В очередной серии Ивановых не на шутку настораживает злоупотребление Полины алкоголем. Данила страдает от того, что Эля уделяет больше времени своей веселой подруге Ксюше, чем ему. Дед встречает свою прошлую любовь Катю и пытается перед ней покрасоваться. Милана решает снять клип на свою песню и выбирает для этого дом Ивановых. Иван озадачен ремонтом своей комнаты в студенческом общежитии.